25 и 26 марта в Чебоксары съедутся региональные министры здравоохранения и ведущие специалисты восстановительной медицины из всех регионов России. Темой обширного совещания станет реабилитация как способ снижения инвалидности и смертности. В заседании также примет участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Чувашская республика стала одной из первых, которая принимала участие в пилоте по развитию всех вот этих высокотехнологичных направлений. То есть это и сосудистая программа, это и онкологическая программа. В Чувашии появился один из первых перинатальных центров по идеологии своего создания. В Чувашии открыт и на сегодняшний день пока единственный действует федеральный центр по травматологии и ортопедии. В Чувашии реализована была в свое время программа по ДТП, то есть снижение смертности от дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, конечно, вот этот первый этап создания, он был в Чувашии первым. И поэтому, конечно, и реабилитационные койки в Чувашской республике развивались раньше, чем в других регионах Российской Федерации. И поэтому у нас уже есть наработанный опыт, у нас уже на сегодняшний день работают реабилитационные отделение практически по всем направлениям. И мы предполагаем, что совещание, которое пройдет вот в понедельник, оно еще раз, или, скажем так, на новом уровне обозначит проблемы развития реабилитационной помощи, будет обсужден новый порядок по реабилитации,